Всем привет! Сегодня мы с тобой рассмотрим крутую анимацию тканей, смешав их вместе с нитками. Затем закинем в синьку и отрендерим в Redshift. Как всегда, начнем с кривых. Я просто добавлю Circle. Ты легко можешь загрузить свою кривую. В данном случае мы будем ее использовать как резинку. Давай закинем это все в Resample. Поменяем сегменты. Количество сегментов поставлю 200. И добавим match to size. В дальнейшем это нам пригодится. Далее volume constraint. Тип нам необходимо указать string. Это важно. Stretch на 1000. Здесь 0,1. В bend 1. Ну и в принципе все. Первая ветка готова. Далее создадим объект, к примеру, сфера. Она послужит нам мягким объектом, на который будут давить наши веревки. В Type выберем Mesh. Scale уменьшим, чтобы она не соприкасалась с веревкой. И еще одно. Тип полигонов напрямую влияет на симуляцию. Ты должен это учитывать. Добавим полигонов, к примеру, 40. Если же это будет OBJ объект, закидывай это все в ремеш. Уменьшив при этом размер. Далее закидываем UV. Для мягкого объекта буду использовать Volume Balloon. Подключим визуализацию, увеличим scale, так нормально. Здесь поставим все по максимуму, 0,1, stiffness 10, я укажу максимум, damping 0,1, pressure 100 и ratio 0,1. Это всего лишь пример, ты всегда можешь поменять эти настройки, если, конечно, найдешь на это время. Далее мы объединим эти две ветки. Для этого используем нули. Нам нужно 4. Соединим их. Теперь у нас есть выходы, которые мы закинем в топ. Первое — это геометрия. Вторая — constraint. В объекте укажем то же самое, только отметим OBJ. Теперь все это можно закидывать в доп. Ныряем глубже. Нам необходимо создать Vellum Solver. К нему Vellum Object. И две ноды Vellum Source, так как у нас два объекта. Их мы смешаем с помощью Merge. Давай одну назовем Circle. Вторая будет OBJ. В Soap Path указываем Geo и Constraint. Здесь так же самое. На нашем Circle остался полигон, как ты видишь. Но в нашей симуляции он участвовать не будет. Задействоваться будут только линии, которые в дальнейшем нам послужат тряпкой. Pop Attract добавим для симуляции. Scale поставим 10. Давай это все проиграем. Как видишь, все работает. Теперь нам необходимо добавить Vellum Property. В нем мы уже будем детально настраивать симуляцию. Выберем параметр Scale и заанимируем с помощью ключей. Я укажу с 1 по 30 фрейм.
У нас появилась проблема. Наш параметр воздействует на две геометрии сразу, поэтому нам необходимо назначить ей группу. Теперь scale воздействует только на circle. Добавим InnoVellum Object. Пусть будет группа Pressure. Укажем ее. И поставим ключики. Добавим фреймов. На 30-м поставим ключик. И в конце укажем 1.5. С 30-го фрейма наша сфера начнет надуваться. Это просто рай для аниматора. Тут можно играться бесконечно. Чтобы наша резинка не уходила, добавим expression, который я подсмотрел у Intagmy. Well поставим на 0. И продублируем. Теперь все работает. К этой анимации мы можем добавлять новые предметы, кривые, линии, сплайны, абсолютно все. Лучшего способа, как делать такие вещи, я еще не придумал. Ах да, совсем забыл. Для того, чтобы в конце наш сплайн превратить в веревку, нам необходимо создать dop import. Создадим ноду delete. Выбрать fetch. Выберем нужный нам объект. Обязательно выберем поинты. И закинем все в qualifier. Division я ставлю на максимум. Ну и радиус на свое усмотрение. Теперь мы можем плавно переходить в cinema. Давай ее откроем. Попробуем это все отрендерить. Со сценой я особо не заморачивался, так как это бесплатный тутор. Наши Alembic файлы я закинул в нуль, добавил немножечко света. На этом пока все. Так как тема по Vellum тебе интересна, я запланировал еще с десяток видосиков, но это уже будет на следующей неделе. А пока ставь лайк и подписывайся, и до скорой встречи.